Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня я с вами ВКонтакте. И сегодня хочу работать новыми оттенками из осенне-зимней коллекции 22-23. Сегодня у нас такая маленькая презентация этой коллекции. И сегодня я хотела вам про тренд рассказать. Распечатала специально себе вот такую презентажку. Сейчас мы с вами еще пробежимся по трендам, почему именно такие оттенки в этом сезоне компания выбрала в основную коллекцию. Вы знаете, что последние 3-4 сезона у нас шли очень яркие цвета. И я сама очень ушла в эту тему, да, мой базовый гардероб превратился из нюдового в чистые классические оттенки. Это оранжевый, малиновый, зеленый, ярко-голубой. И вот вы даже сегодня видите меня, я себе не изменяю. У меня сегодня вырви глаз зеленая кофточка. Вот, поэтому... Так как у нас сейчас в ассортименте достаточное количество этих трендовых цветов, а они все еще трендовые. Вот видите, в чем уникальность каждого следующего сезона, то, что в него перетекают тренды еще из предыдущего и накладываются сверху новые. Но нам сегодня интересно поговорить через цвета тренды, потому что трендов очень много, они отображаются в лекалах одежды, фактурах ткани, выбора ткани, фурнитуры и в том числе цвет. Цвет, он тоже является одним из аспектов тренда. И вот мы сегодня про тренды поговорим через призму оттенков. Если посмотреть на коллекцию, которую мы представили, ну, я в среду ее представила, как бы я уже, видите, спойлеры запускаю, хотя на самом деле в продажу коллекция поступит в первых числах сентября. Эта коллекция Coming Soon. Вот, это Coming Soon. Давайте сейчас, прежде чем говорить о презентации по трендам через цвета, давайте еще раз про коробочку. Вот я ее подержала в самом начале. Почему у нас чуть-чуть задержалась? Потому что мы меняли упаковку. Вот, я хотела бы представить вашему вниманию. Посмотрите, какая классная коробочка, которая вот так превращается в подставочку. Легко. Тыщ. Вы ее можете поставить на полочку, и она будет роскошно у вас стоять. Вот. Еще я хотела челлендж такой запустить, что когда набор выйдет в продажу, пообещайте мне, что вы поснимаете сторис вот такие. Это у меня новый прикол. Послушайте, какой звук, как открывается. Давайте, выключайте звук, слушаем. Это знаете, что за звук? Это звук роскоши. Давайте я поближе. Вы слышите, какой звук? Как открывается и как закрывается. В общем, у меня прям новая игрушка появилась. Я обожаю эту карабусю. Надеюсь, что мы с такой упаковкой теперь надолго. Потому что предыдущая упаковка отслужила нам, наверное, 3 года. Мы в этой упаковке выпускали все коллекции гель-лак. Вот, поэтому сезонная коллекция в этом году представлена в новой упаковке. Это та упаковка, в которой очень классно просто поставить эти гель-лаки на стол и работать ими. Классно? Я знаю, что мастера, наши любимые клиенты, кто работает с нами с года в год, вы приверженцы упаковки. В том числе и я такая же. У меня поэтому и бренд такой, и поэтому... Вот это основное ДНК, которое идет сквозь весь бренд, потому что номенклатурная линейка, она огромная у нас, да. Но большая часть продуктов, оно все заточено на упаковку, цвет, фактуру, чтобы присутствовало обязательно тактильное общение с продуктом, что вы не просто мастер маникюра, купили какой-то там цвет гель-лака, а вы купили еще упаковку. Потому что ее приятно держать в руках, понимаете? Ты смотришь на эту всю хорошечную штучку, и она такая хорошая, что ты просто ловишь кайф от того, что ты это берешь в руки, открываешь, покрываешь клиенту. Вот. В общем, новая упаковка. Надеюсь, что она вам понравится. Старт продаж будет примерно где-то 8-9 сентября. Сейчас уже можно оставлять предзаказ на этот набор. Я сейчас чуть попозже покажу. Ну, давайте сейчас покажу выкраску. Сделать обязательно фотографию. Сделайте фотографию. Уже можно менеджерам по продажам. Уже можно менеджерам по продажам эту
фотографию показывать и оставляет предзаказ. Все гель-лаки будут, конечно же, продаваться как поштучно, так и в наборе. Вот, так и в наборе. Здесь у меня, видите, уже на заднем плане, скорее всего, уже обратили внимание, также скоро у нас старт продаж набора красок осенних. В этот раз мы решили сделать краски в таком же контексте, как и гель-лаки. Видите, очень схожие коллекции. Поэтому для тех, кто любит гель-лаки, обратите внимание, что красочки тоже у нас выходят в осеннем сезоне. Вот. Поэтому еще раз фотографируем палитру. Я сейчас, после того, как расскажу про тренды, сделаю с вами несколько вариантов дизайна. Здесь уже приготовила дизайны. Сегодня буду работать двумя оттенками из этой коллекции. Это у меня фавориты такие. Вот, сегодня мы с вами, я надеюсь, успеем хотя бы один вариант дизайна попробовать. Вот, ну а пока фотографируем. Смотрите. У меня, конечно, фаворит — это вот такой желто-оранжевый цвет. Больше, наверное, тыквенный. Тыква, охра. Даже не знаю, как назвать. Ну да, наверное, такой тыквенно-охристый цвет. Тыквенно-охристый. Ну, если сравнивать с классическим оранжевым, видите, он более приглушенный. Скажем так, более осенний. Вот как раз давайте сравним. Это оранжевый из летней коллекции. Он такой чистый, классический оранжевый. Вот, а здесь это прям тыковка. Это цвет тыквы. И к нему вот в паре очень здорово. Мы сегодня будем использовать с вами номер 390 и номер 393. Цена. Так, давайте мы сейчас с вами про цены поговорим. Здесь у меня как раз подсказочка есть. Не-не, меня распечатали девчонки. Так, цена. Где-то у меня прям тут красиво написано все. Ну так вот, смотрите. Тоже можете сфотографировать себе. Вот, видите, ориентировочная дата выхода — это 8 сентября. Цена поштучно 700 рублей. Набор из 8 штук 6 мл, 3850. Набор из 8 штук 9 мл, 4990. Вывод. Цены не изменились. Цены такие же, как и были в том году. Вот, цена точно такая же. У меня сейчас набор не новый, это рабочий мой набор. Я работала этим набором, вернее, технологи работали этим набором последние 3 месяца, поэтому у нас здесь очень мало осталось материала. Мы ждем, когда же нам привезут уже новые бутылечки. Поэтому я такую полноценную выкраску еще показывать не буду. Вот, но дизайн сделаю сегодня. Сегодня будем с вами заниматься дизайнами. Так, что еще я хотела? Состав набора, что у нас входит? В состав набора, как всегда, у нас идут ложечки прозрачные и наклейки. Вот, тоже можете себе сфотографировать сейчас эту страницу, что идет 8 гель-лаков, новая упаковка классная, которую вы будете использовать как подставку, наклейки и прозрачные ложечки. Нет, гель-лаки, никто ни на что не похож. Мисс Бордо. Вы же знаете, бордовых оттенков много не бывает, их всегда должно быть много, фиолетовых цветов. Поэтому в этой коллекции очень много, во-первых, чего? Такого уютного, деревенского, природного. Поэтому я бы называла эту такую коллекцию, она у нас через уютную осень идет, такая тема, уютная осень, где там есть картинка классная есть. Вот, деревенский уют. Прям очень подходит. Блин, жалко, что ВКонтакте нельзя делать нормальные презентации. Приходится вот так распечатывать и рассказывать. Вот, деревенский уют – это ключевые тенденции осенне-зимнего сезона. Вот, но вы знаете, что трендов их всегда очень много, и это один из трендов. Мы решили этому тренду посвятить эту коллекцию. Вот, потому что второй тренд, он не снижает обороты. Это тренд на все такое, знаете,
яркая, вырви глаз, классическая, не по сезону. Вот, поэтому цвета, кстати, из коллекции My Impulse, они этой осенью будут иметь такие же востребованные моменты, так же, как вот с этой спокойной коллекцией. Поэтому не забывайте за коллекцию My Impulse, несмотря на то, что она у вас весенне-летняя, но у вас вот процентов 20-30 клиентов, вот таких, как я, будут покрывать осенью и зимой оттенками из этой коллекции. Потому что если мы посмотрим на синие оттенки, да, ну давайте, или хорошо, давайте начнем с первого оттенка. Оттенки коричневого. Коричневого оттенка очень много. И что самое удивительное, представлено именно в коже. Кожзам – это двойки, тройки. Это когда total look полностью все из кожи. Вот. Поэтому мы решили добавить очень красивый коричневый. Мы решили добавить сюда очень красивый коричневый. Он такой вот прям плотный перламутр. Я его отношу к таким вот базовым цветам. Я его отношу к базовым цветам, потому что, ну, коричневые, бордовые и фиолетовые — это то, что будет пользоваться популярностью всегда. Вот он, этот цвет. Смотрите. Очень красивый коричневый. И он относится у нас все равно к базовому маникюру. Вообще большая часть цветов, это где-то 3-4 оттенка из этой коллекции, они относятся к базе. Это вот когда мы берем одежду базового гардероба, там идут оттенки у нас какие? Это черный, нюдовый, темно-синий, серые цвета, да? То вот в гель-лаках, в лаках покрытия маникюра базовые цвета также нюдовые, красный, он тоже относится к базовым цветам. Оттенки бордового, фиолетового и коричневого. Это самые продаваемые группы оттенков. А потом дальше идут по ниспадающим. Самая непродаваемая группа оттенков считается зеленый. Вот, считается зеленый. Но несмотря на это, так как сейчас тренд на зеленые цвета уже четвертый сезон, то зеленых их очень много. Сейчас мы подойдем к теме зеленых. Вот как раз. Мы также решили сделать зеленый. Но так как у нас очень много красивых зеленых уже есть, и мы их держим пока что в основном ассортименте, потому что этот тренд, он такой долгоиграющий. Хотя все говорили, что это короткий тренд, что сейчас быстро все попробуют, и потом всем все надоест. Нифига, зеленые, они просто видоизменяются из сезона в сезон, но зеленых очень много каждый год. Каждый год. Поэтому в этой осенне-зимней коллекции мы решили сделать вот такой вот очень спокойный, уютный зеленый. В электронном виде презентацию, да хорошо, давайте так договоримся. Пишите в директ слово «хочу презентацию по трендам в электронном виде». Вот, и тогда у меня менеджеры вам пришлют, тот, кто сидит в директе. Так, сейчас вам покажу этот зелененький. Вот, смотрите, этого зеленого очень много на подиумах. Он более сложный зеленый, более классический, базовый. Видите, представлен в текстиле, в кожзаме и даже в вечерних нарядах, в верхней одежде. Да, кстати, в верхней одежде этот оттенок будет встречаться больше всего, потому что вот я когда ездила по заводам-производителям верхней одежды, так вот если брать тренчи, вот наравне с черным и нюдовым, да, ну, самое большое количество тренчи всегда отшиваются в бежевом цвете. Появился вот такой вот цвет зеленого. Ну, кто видел мои сторисы еще весной, я даже такой тренч показывала. Вот, поэтому этого зеленого очень много, хотя, несмотря на это, вот таких зеленых оттенков их очень много еще и этой осенью, и зимой, и оттенок номер 386 из летней коллекции. Видите, вот это вот все, это трендовые цвета. И 368, и 325, и 326. Просто все зависит от цветотипа клиента, от его предпочтений,
от одежды, которую чаще всего он носит. Потому что, например, у меня, как у потребителя зеленого, очень много у меня зеленого. У меня в основном встречается вот этот зеленый, 325-й. Кто-то, например, кто цветотип зима, да, брюнетки, у них чаще встречается 326-й оттенок в гардеробе. Вот, поэтому этой осенью мы предлагаем вам еще один зеленый. Это уютный зеленый, 393-й. И судя по показам модных домов, вы видите, да, этого зеленого действительно будет тоже очень много. Так, следующий цвет. Следующий цвет. Сейчас посмотрим, что у меня. Угу. Фиолетовый. Тоже относится к базовым цветам. Фиолетовых их много не бывает. Есть просто категория клиентов, которая у нас из месяца в месяц тупо покрывает только либо красным, либо оттенки фиолетового, черного, коричневого у них, да, либо оттенки бордо. Вот поставьте плюсики, у кого есть такие клиенты. Ну, вот реально, она любит бордовую гамму, и для нее маникюр – это только бордовый маникюр. Все больше она ничего не признает. И у вас, даже у самых креативных клиентов, мастеров, прошу прощения, есть всегда процентов 20 вот таких базовиков, кто носит и делает только базу. Все цвета можно будет купить отдельно. Я уже вам показала. Так, поэтому бордо тоже очень много встречается, во-первых, в шелке. Очень много фиолетового и бордового встречается в верхней одежде, тоже кожзама. Вот видите, в этом году вообще и прошлое даже, в принципе, осенью, зимой, и весна, лето, очень много кожзама. Если весной, летом кожзам был весь пастельный, то сейчас в осень, зиму очень много кожзама, кожаных вещей. Вот в таких оттенках, как черный, оливковый, фиолетовый, такой темный бордо. Поэтому обращайте внимание на эти оттенки как в гардеробе, так и в маникюре. Так, следующий оттенок. Так, про этот поговорили. Бордовый. Вот то же самое. Смотрите, вот я только вам проговорила, а вы видите, что здесь какие цвета в этом оттенке бордо присутствуют. Кожаный, видите? Кожаный корсет, кожаное платье, кожаный плащ. Ну и какие-то вечерние варианты. Поэтому бордо этой осенью тоже очень много. И опять же, именно верхняя одежда. Вот именно верхняя одежда. Ну, а для нас этот оттенок интересен тем, что это база. Для нас, как для людей, кто предоставляет услугу маникюра, для нас это интересно, потому что это база. Вот, потому что это база. Так. Ну, за бордовый я сильно долго останавливаться не буду, вот. Просто если смотреть масс-маркет и рассматривать вас как потребителя одежды, просто обращайте внимание на кожаные вещи и на верхнюю одежду в них. Ну, дальше. Белый, он всегда есть на подиумах любого сезона. Его всегда много. И даже вот мы сейчас, видите, смотрим одежду из осенне-зимнего периода, а белого всегда много. Вот, белый всегда есть. Что касается тренд на покрытие белым гель-лаком, он тоже сохраняется. Вот, он тоже есть. И мы решили немножко разбавить эту эмалевую коллекцию темных цветов. Слушай, глянь, я вроде не доставала этот оттенок, у меня его нету. Какой? Белый оттенок из коллекции. Чё, мне повылазило? А, да, вот он. Номер 389, короче. Смотрите, какой это оттенок. Это перламутр крупного размера, красивый, жемчужный. Хорошечный, даже просто если покрыть, чем-то похож на базу
у Fiber база есть база номер 4, Diamond. Вот чем-то шиммер похож оттуда. Вот. Но вы знаете, что я люблю обязательно какой-нибудь один гель-лак добавить в эту коллекцию, чтобы он был какой-то прозрачный, перламутровый, блестящий, глиттерный, шиммерный. Это вот обязательно. Следующий тоже я отношу к базовым цветам. Это оттенки синего. Вот. Но так как синих, их очень много сейчас на подиуме, их реально очень много, мы решили сделать сложный синий. Нельзя сказать, что на подиуме и в масс-маркете будет повально много этого синего. Сейчас я его выкрашу. Он такой вот лазурный, ну, бирюзовый, наверное. Как берлинская лазурь, только более сочный и чистый оттенок. Очень яркий. И он очень круто смотрится, кстати, под матовым топом. Презентация стоит бесплатно. Пишите просто в директ: «Хочу презентацию по новой коллекции». И менеджер пришлет вам электронную версию. Хорошо? Смотрите, видите, на подиуме очень много вот таких подтонов. И есть клиенты, особенно цветотип зима, все брюнетки. Видите, вот брюнеткам этот цвет очень хорошо будет подходить, как в одежде, так и в маникюре. Вот поэтому обратите внимание на этот оттенок гель-лака. Несмотря на то, что он такой более грязненький, если сравнивать его, например, с синим из коллекции «Весна-лето», они оба трендовые цвета. Видите, вот 371 тоже за него не забывайте. Очень много сейчас с ним тоже будет и одежды, и верхней одежды, и особенно костюмов классических. Вот классических костюмов будет много представлено, что в 390 цвете, что в 371. Вот, поэтому я вот, видите, специально положила сюда эту коллекцию, потому что цвета из коллекции «My Impulse», несмотря на то, что это летняя коллекция, они все постепенно перетекают в осень. Вот это все смело можно предлагать и в осеннем периоде. Вот. Здесь коллекцию мы сделали, видите, она как бы сочная, темная, можно сказать, яркая. Но цвета вот природные, натуральные. Такая уютная деревенская осень. Так, и последний оттенок – это грязная лаванда. У нее название, надо же, я ее так обозвала. Грязная лаванда. Ну, это действительно так и есть. Это лавандовый цвет с примесью черного пигмента. И он, видите, получается вот такой вот грязный лавандовый оттенок. Очень хороший, кстати, базовый, спокойный цвет. Вот кто любят, девочки, нюдовые цвета, это вот для них. Это вот кто из разряда любит нюдовые цвета. Вообще вот эти 5 оттенков, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, я очень люблю, когда они сразу в одном маникюре на одном клиенте. По одному пальчику вы выкрашиваете. Сейчас вам покажу этот маникюр. Так, ну, лаванда. Но опять же, видите, очень много представлено и в костюмах, и на удивление очень много верхней одежды. Видите, такая шубка, подтон примерно разный, вернее, подтон разный, а цветовая гамма — это все из разряда, когда мы берем лавандовый цвет и чуть-чуть его грязним. Нет, каменные джунгли, наверное, более бежевые. Вот. Здесь оттенок более сиреневатый, скажем так. Вот. И последний цвет, мой любимый. Это то, что я себе сделаю в первую очередь. Моя любимая тыковка. Вот. Потому что на подиуме вот таких охристо-оранжевых цветов будет очень много. Это для самых смелых, экстравагантных женщин. В маникюре, я считаю, это тоже будет очень круто смотреться. Вот, потому что оранжевый — это новый черный. Вы слышали уже это выражение, и я не раз сама это упоминала, потому что это действительно правда. Сейчас принято в базовый гардероб добавлять оранжевые вещи с базовыми лекалами. Вот представьте, идет, например, костюм классический, абсолютно базового гардероба, но цвет, например, оранжевый.
Вот. Мы предлагаем вам новый оранжевый. Он такой больше тыква, более спокойный. Если мы сравним оранжевый из коллекции лета, My Impulse, видите, он более грязненький. Вот, смотрите, 369 и 392. И тот цвет будет в тренде. Смотрите, все цвета. Неоновые цвета, они же тоже оранжевые в тренде. Вот такие вот неоновые оранжевые цвета. Опять же, их будут делать и осенью. Просто это делает определенная категория клиентов, которая, даже если девушке 35, понимаете, и она любит неоновые цвета и вкрапление неоновых цветов у себя в одежде, понятно, что она маникюр будет носить неоновый круглогодично. Ей насрать, извините за сленг, сейчас осень или лето. Вот, поэтому если она любит неоновые вкрапления в одежде, у нее точно так же это будет с маникюром. Я бы тоже одела оранжевый костюм. Я вот, например, пиджаки, которые буду для Кривдиона отшивать, для своего бренда одежды, у меня там как раз пиджак будет обязательно один оранжевый. Вот, еще раз смотрим напоследок коллекцию, фотографируем. Сейчас я вам покажу вот этот оранжевый, который я вам сказала, что его действительно очень много, и он, видите, он разный, он более коричневатый оранжевый, такой вот рыжий, кирпичный, вот такой вот желто-оранжевый, видите, вот очень много оттенков желто-оранжевых, и они вот в осень грязные, они более приглушенные, хотя еще раз, это у меня сейчас здесь подборка с подиума именно вот таких приглушенных оранжевых. Но если мы посмотрим все абсолютно показы, то вы увидите много и вот такого чистого оранжевого. Да. Да, у меня ногти — это просто восторг, конечно. Это я делала оранжевый, такой ало-оранжевый, из капсулы Симбиоз. Я делала обзор. Пока делала обзор, поняла, что соскучилась за этим цветом. Решила себе, видите, правую руку вот так сделать. Так, мастер-класс по вашим ноготочкам. Слушай, Юля, проверь, а по-моему, вот этот мастер-класс выгружали ВКонтакте. Нет? Нет? ВКонтакте нет. На вашем аккаунте или на имя? Нет, нет, на имя Official. На имя Official. Сейчас мы проверим, потому что вот этот мастер-класс должны были выгрузить. Так, ну что, по цветам понятно, да, что все цвета брали с показов. Также ориентировались на понтон, потому что с понтоном удобно работать институт света. Они, конечно, больше ориентируются на ткани. Видите, это я просто сама сотрудничаю с понтоном, видите, и закупаю каталоги, электронные все носители. Видите, я работаю с понтон, потому что, чтобы предугадать и как-то спрогнозировать, какие же цвета действительно попадут в масс-маркет. Потому что, вот, например, вот мы берем институт сам, да, и здесь цветов... Вы видите, сколько много? Вот понимаете? Цветов очень много. И что из этого все-таки попадет в большом массе? В масс-маркет спрогнозировать можно, но это такой сложный процесс, потому что... Поэтому мы, когда занимаемся прогнозами, а прогноз мы делаем на полтора года вперед, за полтора года, конечно же, показов никаких нету. И приходится ориентироваться на интуицию, ориентироваться на институты. А, мастер-класс еще не выложили, ну, значит, скоро выложат. А, арочные ногти все-таки на типсах выложили уже. Дизайн... Смотрите, в ленте уже есть само моделирование, выложили, а дизайн, значит, сегодня-завтра уже выложат. Вот, понятно, как мы работаем, когда формируем коллекции? Иногда, например, какие-то цвета вас пугают. Вот, но я точно знаю, что там, знаете, полгода проходит, 7-8 месяцев, и я понимаю, что я где-то, например, прям вот, ну, слишком заранее угадала под тон. Вот, и, например, вы сразу не раскусили этот оттенок, а он потом становится все равно востребованным и популярным, когда мы смотрим масс-маркет одежду. Потому что я ориентируюсь в основном на аксессуары и на одежду. Вот.
Ну, давайте переходить тогда к мастер-классу. Я думаю, что у нас осталось с вами еще чуть-чуть времени. Мы с вами успеемся поработать с типсами. Кстати, еще раз, смотрите, девочки, скоро также выходит Coming Soon набор красочек. Здесь в наборе будет идти в подарок вот этот мой любимый Шармикон. Очень красивый, смотрите. И они, кстати, очень классно будут дружить вместе. Это бесплатно сюда, кладется как презент. И можете вот тоже сфотографировать эту коллекцию красок, цвета. Видите, то же самое. Опять же, мы ориентировались и на институт Пантон, на показы. И опять же, без зеленых никуда, без оранжевых тоже никуда, синий, фиолетовый, ну, прям такие вот базовые цвета базового маникюра и гардероба этой осени. В красках то же самое решили повторить. Вот имейте в виду, это тоже сейчас появится в продаже. Причем, смотрите, красочки даже раньше появятся в продаже. Я так думаю, что вот красочки число 30-31, может быть, 1 сентября. А, да, не забываем, что у нас есть каталог дизайнов, дайджест. Он тоже уже есть в продаже на Amyshop. Дайджест, каталог дизайнов осень-зима 22-23. Также очень много идей. Идеи идут через призму трендов обязательно. Поэтому клиент, если будет смотреть, ему будет все понятно. Откуда, что, почему такие цвета. Вот, все сделано с подсказками. Все сделано с подсказками. Поэтому клиенту, на самом деле, этот дайджест очень интересно листать с точки зрения, еще, может быть, какие-то идеи будут, когда она пойдет одеваться по магазинам. А вот, кстати, то, что мне нравится. Видите, когда короткий маникюр и все 5 оттенков с мизинца по большой палец. Скажите, здорово смотрится. Мне очень нравится. Видите, вот так на модели смотрится. Вот этот зеленый очень классно смотрится, вот без дизайна, вот прям самодостаточный. Мы специально очень много делали, видите, у модели одна рука однотонная, без дизайна, чтобы цвет показать. А вторая рука с дизайном. Мне вот такой тренд очень нравится, когда одна с дизайном, так, а вторая без дизайна. Очень красивый зеленый. Так, ну что, давайте дизайны делать. Сегодня я работаю только двумя оттенками. Мне очень нравится, как они друг с другом дружат. Вот такой вот охристо-оранжевый и вот такой синий. Так, ну, для первого варианта. Я что ж такое, ты у меня падаешь. Сейчас мне нужно на что-нибудь его приклеить. Так, давайте вот такой вариант, наверное, первый повторим. Для этого нам понадобится либо база Faber, либо база Ace Base. Вот мне очень нравится Soft Milky White использовать. Это из последних, то, что выходило у нас, по-моему, в декабре, что ли, это уже не из последних. Хороший такой молочный. Сейчас мы под него сделаем градиент, он именно белый молочный. И для градиента будем использовать 392 и 390. Да, похоже. Специально делали коллекцию схожую. Мы даже на заставку модель взяли из фотосессии гель-лаковой. Вот, видите? Ну, нельзя сказать, что прям один в один. Ну, идея одна. Взять темные глубокие цвета. Поехали.
Нам понадобится кисточка для градиента, влажная салфеточка. Смотрите, мы сейчас не будем делать идеальный градиент, чтобы не тратить время, потому что у нас пойдет сверху моделирование небольшое. Ой, какой цвет вот этот, конечно, тоже голубой. Нам самое главное более или менее вот так вот перемешать. Сейчас мы влажную салфеточку возьмем. Да, новые краски, получается, где-то ориентировочно 1 сентября. Даже, может быть, 30-31 августа. Вот. Гель-лаки ориентировочно 8 сентября. Ну, они примерно одинаково выходят. Вот, кто пропустил эфир, обязательно потом пересмотрите. Я вначале показывала презентацию небольшую по показам с подиума оттенков, которые присутствуют в нашей коллекции. Все, я дальше не буду тратить время на градиент, потому что смысла нет, так как мы сейчас берем с вами Milky White и делаем легенькое моделирование. Эти ноготочки, причем, есть в каталоге. Давайте покажу. Я их когда увидела, это девчонки мои делали. Думаю, блин, это, наверное, первый маникюр, который я покажу. Так, так, где? Вообще тренд грибы, это прям такой, знаете, очевидный тренд, но я уверена, будут все его бояться. Будут все бояться, как всегда. Так, так, грибочки. Вот, смотрите. Причем вот классно, видите, сделать все ногти оранжевые. Да, из этой коллекции охристый, вернее, даже не знаю, вот он, понимаете, это и не оранжевый, и не охра. Вот его реально надо вживую этот цвет видеть. Вот. Он чуть-чуть грязнее, чем сейчас передает телефон. Вот прям капельку. Вот, смотрите, как классно сочетается. Видите? Вот мы сейчас с вами этот делаем дизайн. Так, смотрите, чтобы хорошо, все-таки это не базовый, вернее, все-таки это не гель-лак, а скульптура еще из банки, я нанесу базу, чтобы лучше скользило. Я поэтому сейчас нанесу тоненький слой. Единственное, не пересушите, чтобы хорошо распределялось. Все, берем какую-нибудь кисточку для моделирования. Сейчас выполним небольшое моделирование. Единственное, он как гель-лак так быстро не выравнивается, потому что я взяла гель из банки, а не из флакона. Вообще, я люблю это делать базой Fiber. Вот. Но так как сейчас ее нет в наличии, я ее не показываю, чтобы вас не расстраивать лишний раз, что сейчас дефицит с Fiber-базой. Ну, вы видели, на этой неделе я проводила уже эфир по дефицитам, да?
Вы видели, что уже в наличии есть практически вся система классическая? Ну, даже не практически, а вся, наверное. Даже композит, гель, который так долго ждали, Monofas, EasyVan, все есть в наличии. Так, все сушим. Давайте сейчас еще раз, пока у меня моделирующий слой сохнет. Вот идеальный маникюр, особенно если вы, например, любите что-то синенькое в гардеробе носить. Будет очень хорошо смотреться, прекрасно. Что касается тренда грибы, смотрите. Грибы, их действительно сейчас очень много. Просто не каждый сейчас на это решится. Плюс, если вы изначально принты не носите в одежде, у вас, возможно, таких вещей в гардеробе и не появится. Но в маникюре почему бы такое не сделать? Вот однотонное покрытие какое-нибудь светленькое, смотрите, и грибочки. Причем это можно сделать на одну руку. Да, чтобы не перегружать полностью маникюр, а вторую оставить пустую. Вот здесь мы тоже сейчас с вами поработаем с грибочками. Для начала мы сделаем с вами стемпинг. Поэтому берем Т-класс. Т-класс, чтобы сделать стемпинг. Мне уже пора эту руку спиливать. Ну, я с таким удовольствием давно не ходила. Обожаю этот маникюр. Тоже постараемся в Инстаграм выкачать этот прямой эфир и обязательно здесь выложить. Дальше. Смотрите, что я беру. У нас есть пластины Эми. Сетка побольше и поменьше. Здесь вот прикольно взять именно покрупнее, чтобы она вот просто кусками рваными легла. Так. Сейчас мы ее немножко вытрем. Все, черненький гель-лак. Вернее, не гель-лак, а лак для стемпинга. Это номер 2. Блин, зарядка села, все, слетел опять эфир, прикиньте. Да, вроде было нормально, видишь? Что ж такое? Вот за это контакт ненавижу. Ну, села у меня зарядка, почему он зависает у меня? Сделали. Топ-слайдер. Следующий слой, чтобы приклеить уже слайдеры. А, сейчас, кстати, можно шармикончики приклеить. Шармикончиков. Очень много, кстати, шармикончиков. Кто уже видел, я уже их неоднократно показывала. И везде слова мелкие, очень. Прописью, печатные. Когда набор стемпинга появится в Москве. Так, ну, сейчас я за Москву прям сказать не подскажу, девчонки. Надо этот вопрос будет в директ вам написать тогда. Так, берем, давайте вот такую очень мелкую надпись, вот такую беленькую. Делаем вот так вертикально. И рядышком черненькую, либо золотую. Давайте черненькую. Видите, очень много прикольных надписей. Причем мы их постарались добавить везде. И они в основном, видите, вот такие прописные. Не печатные, хотя печатных тоже много, но в основном вот такие прописные. Не нежно смотрятся и композицию очень хорошо добавляют.
Так, теперь уже можно топ-слайдер и наклеим грибы. Топ-слайдер. Тридцать секунд. И грибочки. Короче, грибы — это вообще моя любовь. Я поэтому себе еще не успела сделать, но у меня грибы будут на соседней руке. Тебе тут вариантов очень много. Называется номер 95 грибы. И мухи, насекомые. Сейчас я вам мухи, насекомые. Вот. Тоже. Насекомые очень кайфушные. Это вот как раз у меня, видите, из-за синей коллекции я приклеила. Так, вырезаем. Но они все хорошенькие. Вы можете просто беспорядочно вырезать. Они все друг с другом дружат. И сочетаются между собой, и фоны, которые идут здесь, в этой коллекции. Так, можно один такой грибок, а один вот такой вот маленький. Все, тепленькую водичку. Ультрабонд выкинула, да, потому что у меня сел телефон. А ВКонтакте, как только у меня появляется окно, твой зарядка села, что у меня осталось 20% заряда, эфир начинает виснуть, и все, и вы вылетаете. Не знаю, почему они так это связали. В Инстаграм такого нет. Ну, сел и как садится и садится телефон. Эфир от этого хуже не показывает. А здесь, видите, сразу фигня происходит. Все. А это мы тогда оставим с вами до следующей недели. Еще поработаем. В общем, весь предстоящий месяц, вы же понимаете, будем работать. Коллекция осень-зима Long and Time. Очень классное сочетание, куча всего, декораций очень много. Декорации, очень много, на самом деле, нежных декораций. Видите, листики с осенней тематикой, с всякими сердечками, насекомые всевозможные. А обратите внимание, смотрите, золото классическое и золото розовое. Очень много насекомых с листиками. Вот такие прикольные варианты. Мне очень нравится тату. Тоже получается на самом деле нежные. Вензеля. Вот я всем говорю, вензеля обязательно. Закупайтесь вензелями, потому что вы покупаете одну штуку, а на пятом клиенте она заканчивается. Потому что, ну, вот они ходовые. Вот такие лунулы с точечками. Смотрите, какие прикольные шармикончики. В общем, этой осенью очень много базовых шармиконов. Очень много базовых шармиконов. Так, ну я думаю, что на этом, наверное, все. Так. Почему штаб не отпечатывает лак для стемпинга? Ну, опять же, все зависит от штампов.
нужны очень мягкие штампы. Пусть штампы мягкие, они быстро выходят из строя, быстро портятся, но зато они очень легко снимают с поверхности лак. Плюс надо шевелиться быстро, потому что если вы замешкались хотя бы на долю секунды, лак он высыхает очень быстро, что вы начинаете отпечатывать, а уже ничего не вынимается. Вот. Ну, основная причина — это недостаточно мягкий штамп. Вот, поэтому штампы, их нужно всегда покупать много. По фото вы никогда не поймете, какой этот штамп. Вот штампы, которые мы продавали, вот у нас первая серия выходили, прозрачные были, вот они тоже очень мягкие. Сейчас мы запустили вот такой штамп, он дорогой, он идет в такой металлической оправе, он тоже очень мягкий, потому что мы сами проверили. Вот. Штампов на AliExpress, их вагоны маленькая тележка, но там нужно сразу брать, там штук 5 покупать, глядишь, может какой-то один и будет хороший. Вот, поэтому стемпинг — это простая техника, но она требует вот таких моментов, что штампик должен быть идеальный просто, и их нужно сразу про запас иметь много. Хотелось бы комариков, меня просят, а их нигде нет. Слушай, ну как бы комарики — это такая вещь очень индивидуально, поэтому ну, не знаю. Ну так он стоит, вот сейчас Вера пишет, Рязанова, второй штамп у вас очень классный. Так он, Вера, и стоит теперь еще в два раза дороже. Вот. Но мне те тоже предыдущие нравятся, они хорошие, будет у меня сейчас, вот он. Тоже мягкие, хорошие, из предыдущей серии. Но я просто захотела вот этот штамп, потому что здесь съемная вот эта часть, и можно залезть пальцем, допечатать, убрать эту крышку. А вот эти пластмассовые, здесь получается, ты если невнимательно протер как-нибудь случайно жидкостью, она стала матовая, ничего не видно. Вот, а здесь, видите, эта крышечка снимается. Ну, плюс он то, что металлический. Вот, а качество у них, в принципе, одинаковое. Ну, хотя, может быть, здесь все-таки силикон получше. Наборы будут продаваться для стемпинга. Ладно, девочки, мне нужно в Инстаграм. Я побежала вести эфир в Инстаграм. Все, всем пока-пока. Обязательно посмотрите эфир сначала.